Всем привет, и с вами Лена Фрост, и сегодня у меня в гостях Оля Велши. Это моя сестра. А это моя сестра. Чё мы сняли? Чё? Всё. Ладно, давай сначала. Ты же потом это обрежешь. Да, конечно. Всем привет, и с вами Лена Фрост, и сегодня у меня в гостях Оля Велши. Весело, смеётся. И сегодня мы снимаем видео челлендж «Правда или действие». Да. Я думаю, это будет интересно и вам понравится. И мы начинаем! Так, Лена, правда или действие? Давай правду. Правду. Скажи, у тебя было ужасное расставание, и какое оно было? Расставание? Да. Ой, расставание в плане чего? В плане дружеских каких-то? Нет. А, в плане этого? Да не, все расставание к расставанию. Все ясно, пофигист. Пофигист, да. Не, все. Рассталась и рассталась. Так, теперь я, да? Да. Да? Правда или действие? Действие. Действие. Сейчас, минутку. Она спрашивала, зачем я ее принесла. Так вот. Ты не догадываешься, что нет? Ты должна обкрутить голову, всю голову этой туалетной бумагой. Прям перед камерой? Да, прям перед камерой всю полностью голову. Черт, я ее порвала! Она рвется. Тебе помочь? Нет, я сама выполню это действие. Жестоко, о черт. Больше наматывай. Больше, я ж нифига не вижу больше ей. Мне кажется, она красотка, да? Ну да. Ну как, тебе нравится? По-моему, и мне понравилось. Лена, правда или действие? Ай, ну ладно, так уж и быть. Действие. Хорошо, я хочу посмотреть, как ты тверкаешь. Трясёшь попой, booty dance. Ты правда хочешь это увидеть? Ну, ты должна это сделать. А мне музыка будет? Да. Круто, я сделаю это. Ну что, моя, да, теперь? Да. Правда или действие? Правда. Правда. Ну вот такой вопрос касаемо школы. Ух ты. Исправляла ли ты когда-нибудь у себя в дневнике оценки? Только правду. Правду? Да. Да. Какую оценку на какую? Я исправляла английский с восьмерки на девятку. Я думала, он сейчас скажет с тройки на девятку. У меня троек нет. Хорошо, вот теперь ты. Правда или действие? Давай действие. Действие? О, господи, хорошо. Ты сейчас должна выйти на площадку и сказать: моя любовь, Джастин Бибер. Я не буду так делать. Будешь. И мы идем на площадку. Моя любовь, Джастин Бибер. Громко? Да. Нет, не сильно, не сильно такая. Моя любовь, Джастин Бибер. Нас кто-то слышит? Да, ну не важно. Моя любовь, Джастин Бибер. Ну да, ну и задача, конечно, у тебя. Правда или действие? Действие. Действие? Да. Хорошо, сейчас. Ты хочешь горелый банан? Ну ладно. Короче, я даже тебя открою его. Какая же ты заботливая. Да, я люблю тебя. Что она мне сделает? Что? Вкусный банан. У меня есть таймер, да, на телефоне. За сколько я быстрее съем банан, что ли? Нет. Короче, банан, да, видите, я обожаю банан. Ну, а я нет! Серьезно? Я не люблю бананы. От души просто отрываю. Тебе нужно за 15 секунд как можно быстро съесть этот прекрасный, вкусный и сладкий. За 15 банан. Секунд? Вы издеваетесь? Я ем его 5 минут. Значит, 0-0. Я засекаю время, 15 секунд. Если ты не укладываешься, то ты. Я придумаю что-нибудь еще. На старт, внимание, марш. Ням-ням-ням. Вкусно?
Ты в камеру, да. Это тебе за Джастина Бибера. Был же еще хуже. Хорошо, его. Время уже прошло. Моя. Ну ладно, минутку тебе даю. Ничего страшного. А на пол. Ну, Моля уберет потом. Уже вообще-то 20 секунд. Нём, вкусно? Да. Давай быстрее. А ты знаешь что? Вот знаешь что? Подожди, да хочешь я расскажу? А, ну, Джастин Бибер такой нормальный, да? Да? Хорошо? Это, дай-ка, я с тобой, смотри, вот банан, еще 52 минуты. Новая бумага пригодилась. Минута. Все. Ты еще не прожевал, у тебя во рту еще много очень. Кто сказал? Все. Минута 8 секунд. Это твой личный рекорд, да? Типа того. Ну что, продолжай. Правда или действие? Ай, давай правду. Скажи, ты, вот если честно, тебе нравится Ким Кардашьян? Не, ну действительно, Жапония ничего такая. Ну а так, я не знаю. Ну, не важно, что слышат соседи, ничего страшного. Жопа, короче, у нее ничего такая. Ну вообще нормально. Давай выражаться покорректнее. Попка у нее такая, ничего, да. А больше мне ничего не нравится. Вот так, Кардашьян слышу. Хорошо, теперь от меня, да? Правда или действие? Правда. Правда. Расскажи мне, пожалуйста, про... Ну, вот у тебя есть лучшие подруги? Да. Ну, вот назови их. И за что ты их ценишь? Ну, вот, почему они у тебя лучшие? Так, их двое в моей жизни пока что. Жизни, как будто 30-летняя старушка, так вот, да. Ну? Психологически 43. Ну, ничего страшного. А, так, это Аня. Аня. И Настя. И Настя. Они одноклассницы твои? Нет. Угу. Все, я правду выдала. А чем я их люблю? Ну, за что ты их любишь? Ну, ценишь, как подруг. Мне нравится с ними тусоваться. С ними весело, они меня не продают. За деньги? За баблосы? Да нет, в плане, что насчет секретов. Так, в принципе. Все. Да, давай мне действие. Сейчас я тебе дам один предмет. Я тебе скажу, кого надо изобразить. Вот что я подготовила. Одевай Бизу. Одевай. Нормально? Вот тебе семки. И сейчас ты должна изобразить пьяного Джей-Зи. Какого пьяного Джей-Зи? Я не знаю, как он выглядит, этот пьяный Джей-Зи. Ладно, Эминема. А еще лучше. Давай, пьяный Эминема. Не поклонница Эминема. Правда или действие? Действие. Простите. Семки вкусные. Короче, нам понадобится все та же лестничная площадка. И ты попой в воздухе напишешь полное свое имя. То есть Ольга. В воздухе попой так. Или действие? Давай правду. Скажи, у тебя было такое чувство иногда убить человека? Да. Убить есть люди, себя. Например, вот люди, они мне ничего не сделали на самом деле, мне просто, я ненавижу их. Запомните, ребята, она убийца. Давай. Не, на самом деле очень добрая. Правда или действие? Правда. Часто ли ты врешь? Ради своих благ, как бы. Ну, вот последняя ложь твоя была. Последняя моя ложь была? Это то, что я скину девочке фотки. Я помню, да? То, что я отредактирую их и скину ей на завтра утром, но на самом деле не скину. Ну, ничего, такое бывает. Боже мой, умереть от меня эти семечки. А чем ты их принесла? Правда или действие?
Правда, да, у меня уже была только что. Значит, давай действия. Так, сейчас... У тебя есть что-нибудь под рубашкой? Да. Что? Майка. Сейчас мы пойдем, выйдем на площадку. Опять? Да. Просто там очень много места. Может, мы вообще бы сели там с бомжиками и потусовались. Ну, ничего страшного. Растягиваешь рубашку и поднимаешь руки и начинаешь кричать. Ура, я победила зло! Расстегнуть рубашку и поднять руки и сказать, ура, я победила зло. Пойдем. Ну сейчас, подожди. Растягивай, растягивай. Можно не до конца? Да. Да. Ну хотя до конца, да, до конца. Неопределенный я человек. Ура, я победила зло! Подбегай, ешь все зло. Победить? Да. Ну что? Правда или действие? Правда. Правда. Ты целовалась? С парнем. Смотря куда. Ну давай сначала в губы. Целовалась с парнем? Ни разу. Нет. Сколько тебе лет? 12. 12. Можно сказать 13. 13 лет, и ты вот не целовалась с парнем. Нет. Молодец. А щечку с парнем? Не целовалась? Нет. Молодец. Обниматься обнимались? Молодец. Я... Я рада за тебя. Что? Последнее, да? Теперь я. Правда или действие? Только что было действие. Уж куда уже действие? Хватит мне уже. Я сегодня уже все, что могла, то сделала. Давай-ка правду. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста. Ой, это так сложно. Ну ладно. Ну? Скажи, пожалуйста, ты изменяла своему парню? Нынешнему? Да. Да и вообще, можно сказать. Нынешнему парню не изменяла. Я его сильно люблю. Ну что, вот такой был челлендж, правда или действие. Надеюсь, что вам понравилось. Если вы хотите больше видео с моей сестрой, да? Мы будем снимать, если они попросят? Да. Да, вот. А даже если не попросят, я все равно буду сниматься. Вот, ссылка на ее канал будет внизу в описании, так что вы можете зайти, посмотреть. Если вам понравилось, ставьте, конечно же. Что ставите? Пальцы вверх. Подписывайтесь на наши с ней каналы. Короче, thank you very much. Пока. Пока.